Здравствуйте, мои хорошие! Снова с вами магазин Лючи Тру «Серебряные украшения». Сегодня у нас два завода «Вега» и «Циркон». Везде у нас натуральные камни, за исключением гематита и авантюрина. Начнем прям с базовых моделей. Такая классика. Не очень маленькие комплекты, кто-то скажет, что маленькие. Да, все мы любим разное. Но то, что они достаточно лаконичные, нет здесь ничего лишнего. Но в то же время в них чувствуется современный стиль. Да, вроде бы вот просто взяли кабошон аквамарина. Но видите, немножко геометрию сделали, лапки другие, и уже как бы немножко в стиле времени. Артикул на сайте 440, вот такой вот великолепный аквамарин, размер 18,5. Это у нас делает с вами завод Вега. Мне кажется, очень универсальный комплект, где прям вот по размеру такая хорошая середина. Посмотрите, как красиво на руке смотрится. И точно такие же серьги, да, у нас мы взяли комплект с аквамарином. Смотрите, вот здесь длина крючка порядка где-то 4-5 миллиметров. То есть, если у вас очень плотная мочка уха, то это явно не ваш выбор. А вот если у вас низкий прокол и тоненькая мочка уха, то прям великолепно. Сережечки сядут, не будут давить и не будут заваливаться. Посмотрите, какая красота. Вес серег 12,10 грамма, 6,5 грамм. И вот такой небесный аквамарин в вашем распоряжении. Посмотрите, мочка, прокол сам будет прикрыт серебром. И серьги все-таки, они имеют, видите, такую направленность немножко, да, поэтому имеет смысл их мерить и вот в таком формате, и вот в таком, да, когда вы будете в магазине примерять. Потому что у всех носушки расположены по-разному, проколы сделаны по-разному, и поэтому это очень важно. Бывает, что в одной позиции комплект не смотрится, а в другой смотрится великолепно. И посмотрите, какой шикарный принит. Прям цвет завораживает, да? Куда ты уплываешь в небеса. 19 размер колечко. С тыльной стороны у нас все камушки, видите, видны. Никаких подложек нет. И 19, ну, мне придется мерить на 18,5. Хотя, знаете, ну, вот я туго-туго так. Но на 19 тоже его надела. И, кстати, на среднем пальце тоже неплохо смотрится. И сейчас посмотрим вместе с серьгами. Тоже, мне кажется, такой цвет очень спокойный, очень нежный, освежающий, да, как бы не кричащий совершенно. И говорят, что каждая женщина должна иметь принит. Дальше мы смотрим комплект. Вот смотрите, он по размеру совершенно не крупный, да, кажется бы маленький. Но здесь, конечно, узорная часть из серебра. Посмотрите, здесь морской конек. Называется комплект «Море», делает его завод «Вега». И здесь у нас все камушки натуральные. То есть в центре у нас стоит с вами принит. Также стоит празиолит. 1,04 коралла. И турмалинчик маленький. То есть вот такая зеленая гамма. Размер 18,5. Ну вот на 18,5 я считаю, что он сидит плотно. Я бы его взяла на 18. Потому что как-то плотновато, не очень красиво. Он даже на 17,5 мне хорошо сел. За счет того, что верхняя часть достаточно длинная. И серьги к этому комплекту тоже прикрывают мочку уха. Посмотрите, конек здесь прям четко читается. Да? Опять же, камни все натуральные. Здесь очень хорошо занижен штифт. Посмотрите, порядка где-то 3-4 мм. Длина иглы опять же небольшая. То есть прям вот опять же идет расчет на низкий прокол и на тоненькое нежное такое ушко. Посмотрите, какой красивый комплект. И мне кажется, его можно отнести как к рабочим, так и к праздничным комплектам. Опять же, зависит от ситуации. И очень много зависит от того, какие украшения вы любите. Да? Все мы любим разные по насыщенности. Точно такой же комплект. Посмотрите, здесь идет гамма на контрасте. У нас здесь натуральный аметист, лимонный кварц и розовый кварц. Прям розовый кварц прозрачный, он совсем бледненький. И размер у нас 18,5. Вот 18,5 прям хорошо здесь сел. Там был тоже 18,5, по-разному садятся. И здесь, посмотрите, прям такой яркий акцент. И мне кажется, вполне себе на праздник, да, кого-то так вот, опа, и поразить сразу. Хорошенький комплект. Дальше мы смотрим еще один тоже совершенно некрупный комплект от завода Вега. Называется он Tamarix. Артикул на сайте 715. У нас здесь натуральный чароид, а по бокам у нас аметист, турмалин и празиолит. Турмалин, аметист и вот маленький празиолит. Здесь у нас древовидный орнамент, прям кораллы какие-то или древесные какие-то. Да, древесный такой орнамент. И колечко 17,5. Ну, чуть-чуть туговато, я бы тоже на 17 взяла, все-таки люблю посвободнее, да. Опять же, смотрите, длина крючка здесь порядка 6, здесь немножко уже побольше, порядка 6 миллиметров. Хорошо занижен очень он, посмотрите,
прям реально занижен. Не тяжелые сережки, 8,04 по весу, то есть 4 грамма на ушко. И посмотрите, опять же, за счет того, что камушек яркий такой, сочный, да, плюс это чароид, плюс поддерживается натуралкой, мне кажется, очень эффектный комплект, даже в рабочий будни к строгому костюму такой раз, и мы сразу, я такая женщина, да, вот тут, ну, украшения именно для этого и созданы, поэтому женщины и носят, чем мы отличаемся от мужчин, хотя в сегодняшнем мире несколько все иначе. И 17 размер, клинохлор, и по краям у нас хризолит, цитрин и хромдиопсид, вот он хромдиопсид, хризолит и цитрин. Посмотрите, какой хорошенький клинохлор, да? 17 размер, придется мне примерять на 16,5. А этот вот комплект прям совсем такой рабочий, очень даже спокойный, но камни здесь, конечно, хороши. И причем вот этот рост клинохлора идет, видите, еще клинохлор называют серафинитом. Он повторяет движение вот этих серебряных ветвей. И последняя, совершенная, мне кажется, база. Это вот точно комплект базы. Здесь нет ничего лишнего. Очень лаконичный, очень выверенный. Очень хорошо зашлифованный. Видите, вот эта часть гладкая, бережет нашу одежду. С тыльной стороны обыкновенной обручалкой посажен вот этот вот узор. Камушки все видны, все они без подложки, что говорит о качестве наших ставок. Вернее, завода Циркон. Артикул на сайте 14,29. Мы посмотрим все модельки по цветам. 19,5 размер. Ну, можно, конечно, 19,5, но мне кажется, это колечко лучше смотрится на безымянном пальчике. И сережки, опять же, четкий квадрат, занижен совершенно немного, прям буквально 2 мм штифт, достаточно широко открывается, и сам крючок где-то 6-7 мм, да, то есть, и посмотрите, вот такая вот рабочая лошадка, по-другому не скажу, да, великолепный вариант, когда вы надели комплект, и все уместно, и никаких претензий к вам прям в нем быть не должно, если вас на работе разрешают носить украшения. Да, дальше у нас такие же комплекты, подборка камней, я говорю, прям великолепная, 17-й жадеит, вот так буду мерить. Посмотрите, какая интересная раскраска, прям такие, хаки всегда в моде, да, в плане одежды, да. Вот, ну и здесь вот у нас такой цвет хаки. Конечно, ни в коем случае не надо его носить с такой одеждой. Это вообще исключено. Напоминает такой же оттенок змеевик. Посмотрите, змеевик, кстати, всегда бывает достаточно редко. 18,5 размер. Но опять же, на фоне какого-нибудь вишневого, бордового костюма однотонного великолепно будет смотреться змеевик. Да? И прям такая вот база-база. Если у вас еще зеленые глаза желтоватым отливом, представляете, как они засияют? О, берегись мужчины, называется. Дальше мы смотрим гематит. Гематит тоже прям, ну вообще, здесь, конечно, я вот так сделаю. Гематит — это полная классика. Видите, он идеально блестящий, повторяет. Немного совсем отличается по тону серебра, да, как бы, ну вот прям здесь все подобрано в гармонии полной. 17,5 гематит. У нас имитации не натуральный ставит завод Циркон. Натуральный достаточно хрупкий. Посмотрите, как эффектно смотрится. Ничего лишнего. Сейчас я вот так вот сделаю. Я протру его салфеточкой. Посмотрите. То есть надо иметь в виду, что когда вы будете его носить и одевать сережки, то надо их потом протереть, да, потому что при любом, видите, остаются прям, можно дактилоскопию делать. Да, правильно это называется, когда отпечатки берут. И посмотрите, красота, звездное небо в виде синтетического синего авантюрина. 19 размер. Когда хочется помечтать о чем-то в рабочей обстановке, можно надеть авантюрин. И в сложные, психологически сложные или технически сложные моменты немножко отвлечься и помедитировать на него. Посмотрите, вот такие милые звездочки. Причем кто-то из них близкий, кто-то из них дальний, кто-то из них яркий или не очень. Немножко помедитировать. Так что заходите, выбирайте украшения, мы всегда вам в этом поможем. Я желаю вам всего самого-самого хорошего. До свидания.